Касым Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью Евроньюз пообещал освобождение участникам протестов, которые не нанесли серьезного ущерба общественной безопасности. Токаев рассказал о переговорах с председателем Европейского совета Дональдом Туском. ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Объем торговли составляет более 33 миллиардов евро. Это более половины товарооборота Казахстана. Так что важность сотрудничества с ЕС абсолютно очевидна. Недавно здесь был президент Европейского совета Дональд Туск. У нас были неплохие переговоры, мы уточнили принципы по основным направлениям, поэтому я очень оптимистично отношусь к сотрудничеству с ЕС. Это, прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, диалог о стратегическом партнерстве на международной арене и использование опыта развитых европейских стран в условиях политической трансформации общества, сказал президент. Коснулся разговор и крайне критического доклада ОБСЕ о последних президентских выборах. Допускаю, что на некоторых избирательных участках были нарушения. Конечно, будет детальный анализ, и если это подтвердится, будут приняты меры. Наша стратегия – выстраивать диалог. Мой политический приоритет – привлечение молодежи к власти. Помощь в решении вопросов государственной важности. Представители протестных движений будут приглашены за круглый стол переговоров. Диалога на улицах в атмосфере беспорядков и хаоса не будет, отметил Токаев. Он пообещал разрешить демонстрации. Естественно, все, что незаконно, будет остановлено. Генпрокуратура неоднократно предупреждала о незаконности таких митингов на улицах, несанкционированных митингов, беспорядков, потому что они мешают людям, которые не хотят участвовать. Поэтому будет принят закон, согласно которому люди, желающие выйти на демонстрацию, чтобы выразить свое мнение, будут обращаться в соответствующие органы и им будет отведено специальное место для сбора и выражения своего мнения, сказал глава Казахстана. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока.